Эта трагедия, друзья, сбила с ног всю Россию. Многие из нас являлись большими поклонниками и фанатами российского артиста Константина Райкина. Многие из нас до сих пор рыдают и не могут успокоиться от известия об этой трагедии. Как сообщает нам наш источник из шоу-бизнеса, что сегодня в 2 часа ночи в одной из больниц города был доставлен российский артист Константин Райкин. Его доставили прямо из дома на скорой помощи. Ему еще с вечера было плохо, но ни он, ни родственники не придали этому значения. Ночью ему стало уже совсем не моготу, и родственники решили вызвать скорую, на которой он был доставлен в одну из больниц города. Как говорит врач, с которым мы поговорили, который осматривал Константина Райкина, что у него на данный момент высокая температура и высокое давление. Может быть, что он заразился коронавирусом, сказал врач. Но это все покажет после полного обследования. Мы хотим надеяться, друзья, что с Константином Райкиным все будет хорошо. Мы хотим вам порекомендовать подписаться на наш YouTube-канал, чтобы завтра утром вы не пропустили свежие выпуски, которые мы приготовили для вас и которые выйдут на нашем канале. Будьте всегда с нами, следите за нашим каналом, друзья, и будете в курсе всех новостей из мира шоу-бизнеса. До скорых встреч, дорогие наши зрители!